Здорово! Ну что же, будем проходить дальше. Человек-паука, идем на побочку. Я все испытания выполнил. Надеюсь, этот хер сейчас не попадется нам. Обсудим Хэллоуин, народ. Человек-паук. Программа нашла еще студентов с той вечеринки, которые могли подцепить, ну... Это Итан Олбрайт с биохимии. Не пришел на лекцию. Моя программа нашла его, но там есть другие снимки того же места, уже без него. Других зацепок нет. Попробую найти, где это. Спасибо. И опять у меня только снимок Филиппа. Надо найти это место. На снимке видна железнодорожная эстакада. Как в Восточном Гарлеме. Восточный Гарлем. Кухня. Сайт. Гарлем. Ага. Где-то. Где-то здесь. Сейчас найдем. Сейчас мы всех найдем, всех победим. И опять у меня только снимок Филиппа. Надо найти это место. Там было. На снимке видна железнодорожная эстакада. Как в Восточном Гарлеме. Так. Человек-паук, я говорил с Карлосом. Все было нормально до барбекю. Что бы с ним ни случилось, это было уже после вечеринки. Отложенная реакция. Плохо. Эти искаженные могут бродить по всему Манхэттену. Искажение Ли меня пугает. От него не защищен никто. Я привык, что в Нью-Йорке меня не любят, но это другой уровень. Хорошо, что Филипп на моей стороне. У него потрясающий талант. Вот оно. Искаженных студентов нет, но они тут явно побывали. Ну-ка, расскажи мне, что случилось? Толпа каких-то буйных психов под наркотой, что ли, убежали дальше, по улице. Надо их найти, пока не случилось еще больше беды. Сейчас найдем, не переживай, блядь. Ёб ты. Кажется... Не ходи, не да... Да ёб ты, блядь, в рот тебе. Вот и они. О, пора заканчиваться. Маслайцы, маслины. Это где-то к северу от университета. На Хэллоуине Ли исказил целую толпу народу. Оба. Нате. Кажется, это... Чем раньше я верну вас в норму, тем лучше. Ты чё это? Охренел? На его тебе. Иди ты в жопу. Заперто. Но сейчас не до вежливости. Так. Всё? Кажется, всех освободил. Всех спас. Я... Всё уже позади. Хотя кофе я пил бы поменьше. Так, ну окей. Этих я спас. Чё у нас там дальше? Есть ещё какие-нибудь миссии побочные? Ага. Ну это, я так думаю, все будет про студентов. Будем бегать студентов спасать. Хорошо. Опять ты. У меня тут еще один пропавший студент. Последний. Еще какой-то особенный, что ли? Стив Хопкинс. Всех их находишь. С ним есть один момент. Недавно в его районе появились пушеры из банды надгробия. Стива это бесило, пушеры. Район благополучный.
но он боялся вмешиваться. Если его исказили, он может выплеснуть ярость на них и пострадать сам. Вот последний снимок до того, как он пропал. Более свежих я не нашел. Ха, почти уверен, что это верхний Вестсайд. Думаю, надо идти на север. Верхний Вестсайд. На север. Где-то вот здесь вот, я думаю. Ха, почти уверен, что это верхний Вестсайд. Думаю, надо идти на север. Филипп, расскажи мне о Стиве. Маленького роста мухи не обидит, даже если захочет. Наркоторговцы его попросту раздавят. Да и сгорит он быстро. Что, сынок, последнее слово? Эй, ёпки, пацаны, покажем мальчику класс. Бедолага цапнул больше, чем может проживать. Его придется спасать, не только лечить. Вооружены. Надо бы по-тихому убрать хоть часть из них. Ну а чё нам-то паукам-то? Сейчас мы вот этих вот... Ты там, главное, держись. Давай, мочи лошка! Когда пыль заплатит на улице, мы поднимем кучу бабла. Ну, допустим, сейчас ты поднимешь. Готов. Ебало. Есть? Какое надгробие? Он уже... валяется там. Ну ладно, давай. Вот так. Стив, все чисто. Давай. 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 Стив? Ну все. Да брось, я же тебя спас! Сорви с себя кожу! Да. Что? Это сурово, но справедливо. Господи, что я наделал? У меня и раньше были проблемы с ними. Но сегодня ночью я хотел их убить. Причем так, что сейчас даже думать противно. Не волнуйся, ты не виноват. Да, вдохни и выдохни, все окей. Не так. Так. И снова. Я себе представлял. Блин, фигово, что они убрали прикольные заставки все-таки с метро. Уи. Блять, флаг ебаный. Эй, Человек-паук! Ну кого там еще нашел, да? Человек-паук, тут еще пропавшие студенты. Сегодня собрание дискуссионного клуба, но он весь пропал. Организованная атака. Обстановка накаляется. Где их видели в последний раз? Президент клуба Гарльд нашелся в фотоблоге одного туриста. Здесь явно виден Бруклинский мост. Это где... Где-где? Юго-восточнее университета. Бруклинский мост, да? Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Подожди. Вот. Ну, мне, короче, вот сюда куда-то. Вот сюда. Здесь явно виден Бруклинский мост. Это где-то юго-восточнее университета. Беспорядки в районе Бруклинского моста. Нужно подкрепление. О, надо торопиться.
Так. Бензин вытекает. Если рванет, накрой. Да там уже огонь, уже должен взорваться. Попадание вышибает искры. Ты не очень наблюдать. Ты чё? Ты чё, блядь? Вы ничего лучше не придумали, чем устроить большой бабах. Ну, держитесь. Добро пожаловать на шоу. На всякий случай, горючее и огнеопасное — это одно и то же. И все равно какие-то подлаги опять случились, типа, блядь. Либо то, что я что-то установил новое, либо что-то, блядь, потому что я что-то старое установил. Я понимал, вот, что блядь, тут... плохо, меня бесит в это в играх, что иногда там кодеки, все программы, они все друг друга заменяют. Потом начинаются какие-то, блядь, затупы такие вот, беспонтовые вообще. Что он там? Слава богу, последняя миссия осталась. Обычная. Еще кого-то найти, блядь. Я уже, честно говоря, заебался их искать. Человек-паук! Человек-паук, критическая ситуация. Наша футбольная команда уехала на игру и не вернулась. Автобусы нашли пустыми. Игроки, болельщики, тренеры. Ли получил целую армию. Зацепки? Кто-то опознал нападающего Брэда Дэвиса. Вот с ним. Там тело, я вот как будто вон там, вон сейчас стою, вон там. Это же арка, ну, Вашингтона. Поняли, короче. Это же рядом с университетом. Это прям здесь. Ура! Оба с ментом херачили. Они как стая волков. Чем дольше это продлится, тем больше вероятность жертв. Я тебя убью! Что демоны все не окружают тебя? Ой, какие демоны? Ты такое же чудовище! Как и все! Ты один из них! Еще раз, сколько игроков в составе? Он меня защитит. Как ты защитит? Да, ты прав. Они все умрут. Сорви с себя кожу. Открой нам правду. Ёбаный. Первый раз жалею, что у нашей команды столько фанатов. Вообще не касаясь земли. Если бы они так на стадионе играли. Сорви с себя кожу. Эй, иди ты нахер. Демоны, они вокруг меня. Почему мне обычные люди носят урон такой же, как будто они какие-то злодеи? Неужели все? Да. Прикинь, все. Это безумие. Да что я ты? Я сошел с ума. Да ты безумец просто. Это случилось. Могу тебя обрадовать. Врачи уже обследовали остальных. Угу, твои мозги тоже. Спасибо. Говорят, ты тупой. Даже не знаю, чем тебе оплатить. Выиграйте у диких кошек в субботу, и мы квиты. Ее, ачивка. Отлично. Все пропавшие студенты найдены. Рад слышать. Может, хоть теперь все вернется в норму. Ага, мечтаю. Как же я устал. И не говори, дружище. Так, все, побочки исчезли. Идем на миссию. Да? Основную.
Ну хоть нет таких лагов, которые были беспонтово просто, типа, блин, во время роликов. Ой, блядь, ЛГБТшные, блядь, создание пошли. Вот, лаги все равно есть, типа, че за хуйня происходит, типа, блядь. То нормально, то с лагами. Вот как я и говорил, Нир Автомат скачал. То она там у меня лагала, как, типа, по мне урона носили, игра такая провожала, висла. То, блин, спустя, наверное, год или полтора я ее поставил, и она работает идеально. Типа, блядь, что за хуйня была? Типа, хуй пойми. Так же, наверное, с Человеком-пауком. Время лечит, блядь. Непонятная вообще ни хера мне эта система. Эй, я опоздал. Доброе утро. Да как или всегда, вечер? В принципе. А, не важно. Так, среднее. Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Ну давай. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. А, не. Нет, нет, нет. Ой. Скорее всего, сюда. Сюда. Прямо. Прямо. Там. Оба-не. Внезапно вверх. Это сюда. Теперь вверх. Слабого могу повернуть. И вот это получается. Ой! Ну на тебе вот эту, блядь. Отлично. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Ха. Теперь либо через верх. Ага, навряд ли. Скорее всего, вот сюда мне надо. Мне 6, минус 2 надо. Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Так. Ну здесь, скорее всего, вот сюда надо, отсюда. Да? Даже не знаю. Да это пока, подожди, подожди. Шесть. Но здесь надо.
Ой, блядь. Ну все, в принципе, меньше трех. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Давай, врубай. Это почти что успех. Это почти что невероятно. Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. А, если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. Славно. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Да ты что говоришь? Как это все научно интересно. Помню свое первое собеседование тут. Пришел в грязной рубашке, опоздал на 10 минут, ловил грабителя. Почему док решил меня нанять? Надеюсь... Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик, заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж, я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время.
Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Угу. Тип того. Так, а что там? Там что лежит? Что-то. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Спасибо тебе, Питер. Не знаю, что бы я без тебя делал. Да сдох бы ты уж давно. Ну, не стал бы злодеем. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Это просто так, да? Так, ну сейчас еще одну миссию выполним. Наша слушательница расскажет о проблеме, которую я предвидел. Может быть, вы в эфире. Снова прерваться. Я, значит, вчера из душа выглядываю в окно, и что же я вижу? Человек-паук пролетает мимо, как будто у тебя дома. А я же голая. Очень сочувствую. Я даже не заметил, честно. И вообще, что за извращенный ум захочет одеваться в подобный костюм? И не начал ли он уже подглядывать? Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Так вот по красоте просто. Нащ. Куда ты там убежал? Мы же только с тобой начали. Больно? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук! Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? А что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно, я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Рина на Бруклинском мосту? Это было здорово! Отличный пример!
Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да, да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно, урок закончен. Мне пора. Эй, класс, спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. Бля, за него все серьезно? До приюта несколько шагов. Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти, показал наше приложение для взлома. Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. Надо идти, идти, бро. Проходите, проходите. Фермерский рынок, тут можно срезать. О-о. Всем достать паспорта и приготовиться к проверке. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Не стоит. Ладно, приложение для взлома. Действуй. Ладно. Мне пора. Посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Давай, что ж. А чё? Еще дроны? Нужно вырубить их. Ты как конь, блядь, бегаешь. О, нет! О! Блять, я его не заметил, простите, пожалуйста. Ой, да ладно тебе, ну подумаешь, вот заметили. Контроль, в квадрате чисто, в квадрате чисто. На этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. О, нет! Да кто? Да я их, блять, не вижу. Потому что бегу просто, типа, блять, угол обзора, хуйня, где хуйня? Это не я, это игра такая. Можешь. На этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. С ними шутки плохи. Да, да почему? Я их не вижу. Почему ниже эти точки? Знаете, белым на бело нихуя не видно. Типа, блядь, простите. Чего, блядь?
И вот что я тут забыл. Ой, да спалил, блядь. Чё-то я не понял ещё ситуации. Чё за хуйня? Понять не могу, блядь. Невидимка. Контроль. Я что-то слышал. Веду обход. Просто отвернись. Все, уебываем, уебываем нахуй. Ну все. Все. Вырвался. Вот же ж... А, привет, мам. Привет, милый. Добрался до приюта Пир. А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, послала. Я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. Нихуя, нихуя ты реакция. Ты помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой. И газетку я почитаю. Так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Че ты лобаешь? Хуйню какую-то. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Эй, Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, а... Чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! Вот чертов хлам! Ты... А можно я давай, посмотрю? Дед, не ломай телек. О, у нас стоят ЛТ в школе, я знаю, что делать, если они... Что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай! Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед! Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Эй, парень. Жаль твоего отца. А чё так тихо? Я не слышу. Ты громче давай, извиняйся. Тварь старая. Нихуя там хлеб, нахуй. Ему бить можно. Мне пора бежать, но я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече.
Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер! Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие компьютеры. Не страшно. Питер, будь осторожен. Майлз сказал, что патрули Соболя настроены очень серьезно. Айлин, как там дела с дочерью? Поздно. Я ошибалась, когда растила ее. О таком не забыть. Вы же общаетесь, надежда есть. Не сдавайся. Вот мудрые слова. Привет, Пит. Твоя тетя большой молодец. Она молодец. Большая. Молодец. Дебил. Бля, эти подлоги меня бесят. Схуяли вот они вообще, типа. Я же все это сделал, все настроил. Эй, Юрий, не было. Я двинусь в Бауэри, хочу убить. Теперь они опять. Ну-ка, подожди, Юрий. Ты там пока не кипишуй. Мы тут вообще посмотрим. Что вообще к чему, блядь? И я вообще не понимаю, что может здесь тупить. Вообще, блядь. Не всекаю, блядь, что тут может тупить. Давай просто все на высокий, блядь, поставим, давай. Типа вот все на высоких, да? Только, ну и тени тоже давай вот на высокий. Кажется, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50 на 50. А, ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Если это дыхание дьявола, ну все равно какие-то, блядь, подлаги. То есть я уже не знаю, блядь. Осталось только обосраться и все. Типа. И зачем я спросила? Больше нихера не остается. Так, ну ладно, это все. Продолжим потом, потому что было куча побочных вот этих одинаковых найти и отпиздить. Ладно, давай, счастливо.